Я не расслышала, потому что я вот сейчас как раз первый раз... Возможности меня. Марафон возможности меня, потому что впервые в жизни я все записывала, друзья, и хотела бы с вами сегодня немного поделиться тем, что теперь я точно знаю, как нужно заходить, что происходит во время всех этих процессов в течение 7 дней и как нужно выходить, потому что у нас были разные, скажем, разные опыты, и очень интересная группа была, с которой, в общем-то, мы от суток до 7, у нас есть такие люди, которые более 7 суток, есть человек такой, я думаю, что сегодня он будет, и как раз-таки более 7 суток был один Владислав у нас из Чехии, который смог пройти этот марафон за всех, за нас, друзья, то есть он был у нас как, знаете, локомотив, и чему мы несказанно рады, и теперь знаем, что есть к чему стремиться, и мы прям вот в одном потоке все это чувствовали, видели, слышали, участвовали. Ну что ж, друзья, давайте поприветствуем Светлану, потому что я что-то боюсь, что и меня сегодня не остановить. Светочка, здравствуй еще раз. Здравствуйте. Ну и вот огромное спасибо за такой марафончик. И хочу сказать, что сегодня Светлана нас уже вывела на второй марафон депривации сна. И это тоже очень интересно. Что будет завтра, я еще не знаю. Но, по крайней мере, сегодня у нас была предварительная встреча, где Светлана нам дала ценные указания, рекомендации. И, конечно же, мы будем им следовать, потому что очень хочется попасть в состояние такое вне времени, в иную плотность. И вот эти все вот вещи, о которых я слышала от моих друзей, которые меня привели в автономию, они могут случиться с нами уже завтра, друзья. Итак, поехали, Светочка. Если у тебя вопросы, а я пока посмотрю на канал YouTube.